Переступать порог дворца нельзя уже почти месяц. Нарушителю штраф 50 тысяч рублей. Все потому, что здесь небезопасно. Десятилетиями никто даже не задумывался, что поход на любимый концерт или каток может обернуться трагедией. Весной прокурорская проверка выявила в здании массу нарушений. Закрытые выходы, загроможденные пути эвакуации, деревянный потолок. В июле на суде руководство дворца заявило, что все исправлено, но сотрудники МЧС сочли, что устранено лишь одно нарушение из 16. В итоге 8 августа по решению железнодорожного суда здание опечатали. Сотрудникам и арендаторам пришлось экстренно выносить вещи. Ждем, что скажут. Опечатают все двери, нас, наверное, попросят на выход всех. Все. Что дальше будет, неизвестно. По словам руководства, после закрытия в здании в ежедневном режиме шли работы по ликвидации нарушений. Были освобождены выходы и полностью отлажена противопожарная система. Единственное, что не заменили, это потолок, к которому изначально были претензии надзорных органов. Там есть элементы деревянные. Они все пропитаны специальными растворами. То есть была, они проверялись, они не горят. Ну, МЧС говорит, что по новым требованиям, значит, по новым СНИПам их быть не должно. Значит, ну, чтобы их убрать, нужно проводить полную реконструкцию. Мы настаиваем на том, что потолок не представляет никакой угрозы. Представляет ли потолок опасность, должна определить независимая экспертиза, которую провели во дворце неделю назад. Изначально планировалось, что главный спортивный дворец города откроется в начале сентября, но до сих пор не пришли результаты независимой экспертизы системы пожарной безопасности, а это значит, что дата открытия до сих пор в подвешенном состоянии. Результаты проверки придут со дня на день, заверяет руководство. Затем состоится суд, где примут соответствующее решение. В железнодорожном суде нам пояснили, что дата заседания пока не назначена. А это значит, что в начале сентября дворец точно не откроется. Само же руководство нам пояснило, что это все формальности. В здании, построенном больше полувека назад, всегда было безопасно. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости.